Я знал, что когда-нибудь вернусь домой и застану тебя сидящим в моем кресле. Было не так-то легко найти тебя, Ли? И не должно было. Я знаю, что ты завязал, но... Теперь уже все в прошлом, генерал. Я сильно изменился со времен Холодной войны. Это я понимаю. Но сейчас над нами угрозы гораздо серьезнее, чем тогда. И человек с твоим опытом мог бы... Я дал клятву. Никогда больше. Информить Олимп. Прости, генерал. Ищи кого-нибудь другого. Ну... Нет, мы не думали про тебя. Мы просто надеялись, что ты посоветуешь кому-нибудь нам. Думаю, я могу вернуться в строй? Нет, не надо. Просто дай рекомендацию. Ладно. Уговорил. Слушай, ты не совсем тот, кто нам нужен. Ах ты хитрозадый сын. Ты всегда знал мои слабые места. Я в деле стал ловчее, чем прежде. И намного быстрее. Схвати меня за руку. Оп. Схвати, когда ты считаю до трех. Раз, два, три. Ладно. Давай. Доставай ствол. Оп, я обезоружил. А ты стал резче, парниша. Оп. Да ну нахрен не нужен мне твой ствол. Знаешь чего? Стреляй. Я не собираюсь тебя стрелять. Волынь в плечо. Да что за чушь? Давай, генерал. Увидишь, что будет. Отскочило. Ясно. Кажется, я зря сюда пришел. Попробуй в другое плечо. Да нахрен надо. Я настаиваю. Мимо! Закричал, потому что левое плечо ранено. Ладно, короче, я пошел. Огонь. Все или ничего? Стреляй в живот. Нет! В живот, говорю, давай же. Пульнешь в живот, и я отстану. Деккер, у тебя обе руки прострелены. Стреляй же, ну! Поймал. Это все, на что ты способен? Давай! Контрольный! В голову! В голову, говорю, шмальни! Я готов! Я стой, погоди, я вот...